Как ремонтировать модули, корабли, дронов и прочее. Заходим в станцию, открываем ремонтный цех. Это выглядит он как ключ с отверткой перекрещенной. Далее кликаем по любому предмету, выделяем все комбинацией Ctrl-A, нажимаем «Произвести ремонт». У вас сейчас произвелся поиск сломанных предметов. У меня вот три предмета. Здесь нажимаем кнопку «Ремонтировать все». Оплата счета за ремонт указывается в отдельном окне. Нажимаем «Да». Все, у вас все отремонтировано. В космосе же вы можете отремонтировать своих дронов прямо на ходу при помощи специального модуля, который называется Ancillary Remote Armor Repair. В зависимости от вашего корабля можно установить малые, средние, большие. Они ремонтируют дронов с разной скоростью. Плюс можно ремонтировать товарищей, если вы крабите там где-нибудь в жестких условиях. Вот. Ну, как бы, если речь о дронах, то можно конкретно дронов захватить в цель и применить этот модуль для ремонта. Модули же ремонтируем с помощью нанопасты.